бронзовым призером чемпионата мира. Артем Осипенко не принял участие в чемпионате мира по травме. Односторонний захват привычный для себя берет Артем. Перемещается. Пытается раздвигать Волкова Андрея. А Волков так его к себе прижимает, не дает ему двигаться. В левой стойке Артем стоит, в правой Волков Андрей. Арбитр встречи Дмитрий Редин. По самбо 2020 года. Весовая категория свыше 100 килограмм. Горцует, можно сказать, Артем. В общем-то, у него есть хороший захват. Отворот, рукав, все, он выиграл. Но вот сейчас все-таки замечание именно ему объявили за пассивное ведение борьбы. Хотя, в общем-то, он стоял в хорошем захвате. И намного выгоднее ситуация и позиция была, чем у Андрея. Ну, судьями не спорят. Теснят друг друга соперники, давят друг на друга, так вот склонились в буквы L, можно сказать, давит и Артем, давит и Андрей. Позиционные ребята борются. Даже захват особо уже не меняют, их устраивают обоих эти захваты. Волков чуть-чуть вот уплотняется, ближе пытался вот к поясу прорваться, не получилось. Пошел вот этот ворот изнутри забирать. Плечом срывает захваты у Осипенко. Осипенко перехватился, все равно держит. Силовую борьбу демонстрируют нам ребята. И свисток, раздался свисток арбитра. Спортсмен в синей форме Волков Андрей оказывается предупреждение за пассивное ведение борьбы. Схватка продолжается. Бороться ровно 2 минуты осталось. Идет вперед Андрей. Прошу прощения, Артем. Односторонний захват у него есть. Вот второй рукой рука взял. Уплотняется Волков. К поясу прорывается. Не нравится это Артему. Уходит он в сторону, локоть выставил, да, вот так вот сорвал этот пояс локтем. Сверху теперь идет Волков. Также рукой своей сопротивляется Артем. Волков идет в подсад. Не получилось ничего, Артем все сдерживает, обороняется хорошо. Уплотнился, опять плотный захват у Волкова. Наверное, сейчас будет готовить бросок через голову. Вставка. Избавился от плотного захвата Осипенко. Выиграл левую руку у Волкова. А Волков вот правую сверху набрасывает. Опять идет в плотную борьбу. Буквально считанные секунды, 15 секунд до конца встречи. Передняя подножка. В общем-то, введение из равновесия было.
ложная атака нельзя назвать. Да, вот и рукой оперся о ковер. Волков Андрей, поэтому за это наказывать нельзя. Сипенко был в реальной атаке. Сейчас он сдерживает напор Волкова. Последние секунды. Держит. Удержал.